Всем привет, ребята! Вы на канале Королёк К. И мы приступаем к очередному выпуску кукольных новостей. Поехали! В продажу уже выходит вот такой набор семейки Свэк в одной упаковке. И как мы видим, состоять он будет из старшей сестры Свэк, из младшей Эмси Свэк, младшего братика, питомца и малышки. В общем, вся семейка в сборе в одной упаковке. Помимо этого, с ними будут входить более 45 сюрпризов. Интересно, будут ли и другие куклы OMG продаваться в таких наборах? Цена этой семейки $59.99. Но помимо этого, можно будет приобрести всех 4 кукол LOL OMG первой серии в одной большой упаковке. Но сколько это будет стоить, пока неизвестно. Еще одна новинка – это гоночная машинка с эксклюзивной куклой JK Mini LOL Downtown, которая является собой Downtown в подростковом возрасте. И это не просто машинка, а машина на дистанционном управлении, джойстик которого имеет уникальный дизайн рулевого колеса. Машинка может катать ваших кукол как в квартире, так и во дворе. С куклой же идет подставка, наряд и аксессуары в стиле гонщицы. И как вы заметили по промо-фотографиям, эти новинки уже появились в продаже в Калифорнии. Но цена за гонщицу мне пока неизвестна. Ну и как всегда, как только я что-нибудь узнаю, я дам вам знать. А для этого вы должны быть подписаны на наш канал. И не забывайте смотреть наши прошлые выпуски кукольных новостей. Всем пока! Подписывайтесь на Королёк К.